Прокуратура требует починить мост через Виягу в Ишеевке. Сейчас переправа находится в весьма плачевном состоянии. Асфальт на мосту разрушен. Просели плиты, нет лестничных сходов, освещения водоотвода. По краям плит оголились арматурные части. Тем не менее, мост не перекрыт. Им ежедневно пользуются водители и пешеходы. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. Суд удовлетворил иск прокурора Ульяновского района по поводу приведения моста в нормативное состояние.